У нас пищеблок находится с торца здания. Соответственно, машина спокойно, беспрепятственно, без заезда на детскую площадку может разгрузиться. Экскурсию по территории детского сада проводит представитель компании-застройщика жилого комплекса «Живописный». При возведении здания старались продумать все до мелочей, а вот название пока не придумали. Здесь, я думаю, что будут какие-то животные, чтобы хотя бы краски тоже какие-то разнообразить. Как у нас там есть на стенах слоник, там, да? Да, что-нибудь мы придумаем. Депутаты Алена Кокоева и Ирина Архангельская, руководитель территориального отдела «Булатниковская» Ирина Дубровская и представители местного отделения партии «Единая Россия», приехавшие проверить готовность нового детского сада к началу работы, были приятно удивлены уже увиденным на улице. И такое впечатление, такое строительство, во-первых, и название само живописное, и потом детский сад, вы посмотрите, как он красиво обработан, такие площадки прекрасные. Я считаю, что для жителей это будет просто подарок. Экскурсия продолжилась уже внутри. Сад находится на первом этаже жилого дома. Здесь, помимо групп, разместили кабинеты логопеда и методиста, музыкально-спортивный зал, помещение пищеблока. Приготовка, разогревание, хранение блюд. Вот, и, соответственно, выдача через окошко, чтобы без доступа персонала. Сад рассчитан на размещение 130 детей. Поскольку он будет входить в структурное подразделение Лопатинской школы, посещать его смогут ребята из жилых комплексов «Государев дом» и «Видный город». Это шестигрупповой детский сад. Он будет прикреплен к Лопатинской СОЖ. Здесь будут функционировать две группы для детей раннего возраста, это с 2 до 3 лет, две группы для 4 от 4 до 5 и две логопедические группы. Строители позаботились о том, чтобы ребятам было просторно. Общая площадь детского сада 1500 квадратных метров. Любая групповая — это больше 50 квадратных метров. И спальная комната 52-53 квадратных метра. И спальня ориентировочно также где-то 48-50 квадратных метров спальни. Уже сейчас идет активный набор специалистов, которые будут работать в новом детском саду, ведь его открытие не за горами. Мы готовимся к дате 20 сентября, делаем все возможное для этого. Вот, конечно, скажу, что есть некие сложности, но мы стараемся их преодолеть, вот, и идем к этой дате. Судя по тому, что увидели гости и наша съемочная группа, успеть к назначенной дате вполне реально. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.